главный урок, наверное, это не сдаваться. Да, разное в жизни бывает, хорошее, плохое, не всегда все получается, но никогда не надо сдаваться, надо пробовать, пытаться, пробираться, учиться, разбиваться, интересоваться, не сидеть на стуле. Она вот такая у меня предприимчивая, даже несмотря там, да, она уже на пенсию, на возраст, она вот такая ловкая, дерзкая, она все везде смотрит, ходит, считает, интересуется. И этому Симона научил меня, я легкий на подъем. В плане досуга, в плане вот взгляда на жизнь, только благодаря маме. Моя мать очень сильный человек. Вот, она верит в себе, она всегда уважала и уважает себя. Наверное, вот этой стойкости, моя мать очень стойкий человек, я благодарна ей за всю ту поддержку, которую она оказывает мне и вообще всем окружающим. Нужно выбирать сердцем, всегда. Выбирать сердцем профессию. Не идти по легкому пути, добиваться и стоять на своем, и верить тому, что ты хочешь. То есть, потому что обязательно в будущем ты поймешь, для чего это было. Это самый главный урок, который мне дала мама. Мама очень целеустремленная, очень любящая свою работу, любящая все, что она делает. Мама у меня прекрасная женщина на самом деле. Я ее очень сильно люблю. Она любящая, заботливая. По-моему, это эталон матери для меня. Лично. Моя мама, она очень сильная женщина, она мне очень сильно помогла вообще в жизни, научила меня разговаривать, читать, развиваться, помогла мне почти что во всем, с уроками, проблемами. Мама – это тот самый человек, к которому можно подойти, рассказать обо всех проблемах, и ты не боишься услышать какое-то негативное мнение с ее стороны, ведь она всегда тебя поддержит. Меня научили никогда не сдаваться, всегда добиваться той цели, которую я себе поставил. Всегда идти вперед, несмотря ни на что. Наверное, это лучший человек на свете, самый прекрасный, всегда сказочный, солнечный, лучистый, от которого всегда царит только позитивная энергия и счастье.